Дежурная декорировала, да и выдекорировала. О, а я везде ищу свою коробочку. Вообще-то я хотела, чтобы все подумали, что я ее сделала сама. Нет проблем, сейчас сделаешь. Для изготовления красивой упаковки для различных подарков нам понадобятся простая бумага, декоративный скотч, конфетти из дырокола, прищепки. Сегодня я хотела бы воплотить три идеи упаковки подарков. Это коробочки, баночки и пакетики. Мои чумелые ручки уже чешутся. Коробки и пакеты сделать абсолютно несложно. Для коробочек склеиваем листы бумаги формата А4. Оборачиваем ей подарок. Загибаем края треугольником и скрепляем скотчем. Декорируем упаковку распечатанными на принтере заготовками, конфетти из дырокола. Делаем из бумаги и цветного скотча ярлычки. Затем перевязываем коробку шпагатом или лентой. И теперь маленький секрет, как отмерить нужное количество ленты или нитки. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Берем нашу коробочку и по самой длинной части отмеряем 7 раз. Для пакетов достаточно взять обычные ланчбоксы, украшаем их декоративной бумагой, лентами и прищепками, которые мы покрасили акриловой краской. Для мелких подарков идеальное решение – баночки, которые легко преобразить с помощью акриловой краски и фигурки животного. Последнюю мы прикрепили, используя клеевой пистолет. Вот так с помощью простых идей и создается атмосфера праздника.